Добрый день, друзья, добрый день. Сегодня 25 мая 2018 года. Игорь Жабский представляет. Я в городе Владивостоке, на острове Русский, в кампусе ДВФУ. Здесь у нас проходит 5-я спортивная спартакиада профсоюзов. И вот я решил показать вам немножко кампус ДВФУ. Я стою на набережной, отошел от спортивных мероприятий, где проходят. Это вот набережная. Там вдалеке, я сейчас покажу, водопады искусственные. Вы их увидите. Вот они, искусственные водопады. Я туда не пойду, потому что это далеко будет. Я прогуляюсь от набережной в сторону спортзала, спортивных состязаний, которые проходят на стадионе. Там студенты ходят. Вот сам кампус раскинулся, здесь целый городок. Там вдалеке мы видим фонтан бьет. Вот он, фонтанчик. Погода хорошая, свежо, то солнышко, то закрывает, небольшой ветерок. Вот такие вот ручейки здесь интересные сделаны. Идем дальше, посмотрим, здесь вот мостик, пойдем дальше. Мы сейчас пройдем до водопада, ой, до водопада, до фонтана, там озеро небольшое, народ отдыхает, студенты гуляют, профсоюзники состязаются. Наша команда по мини-футболу уже одну игру сыграла, выиграла 10-0. Мы играем в волейбол. Первую игру мы проиграли, но ничего, будем дальше сражаться. Вот озеро, очень много одуванчиков. Там бьет. Вдалеке большой танкеровоз стоит. Вон он, танкеровозик стоит. Так, мы пойдем дальше. Пойдем по лужайке из одуванчиков. Я вам сейчас даже опущусь, покажу одуванчики на фоне синего неба. Вот такая вот картина. Вон сколько одуванчиков. Ну, красота какая. Вот вдалеке кампус, корпуса студенческие. А вон мы видим уже волейбольную площадку, за ней стадион. Вот волейбольная площадка. Вот студенты, давайте со всей России приезжайте и отдохнуть, и учиться здесь хорошо, и спортом заниматься. Своего рода мини-городок.
свои автобусы ездят, даже такси тут ездят. Все тут есть. Пошли дальше. Здесь, по-моему, вертолетная площадка. Вот вертолеты садятся небольшие. Вот вы слышите уже спортивные крики. Вот отсюда посмотрим на мост, на русский. Вон он стоит, красавец. Утром туман был. Он весь в тумане. Сейчас распогодилось. Погода хорошая. Очень много велосипедистов здесь ездит. Дорожки ходят все. Занимаются спортом. Вон я увидел бабочку. Сейчас я вам бабочку, если она не улетит, я вам покажу. Вот она летает. Бабочки летают, бабочки. Не хочет она. Не хочет она. А вот мы посмотрим немножко на волейбол. Вот скоро мы будем играть. О, видите как? Отмечает победу. Каждое очко на вес золота. Ну, в общем, я делаю еще вам круговую панораму этого замечательного места. Кампус ДВФУ на острове Русский. И буду заканчивать. Ну все, друзья, пока. Немножко ознакомил вас. Теперь посмотрим на синее небо. И будем прощаться. Пока, друзья, пока.